Суть законов, принятых 4 марта, задача этих законов – заставить людей замолчать. Всех. Это была стратегическая и безальтернативная задача. Они понимали, конечно, что мозги они всем не заменят, не вытащат. Но задача была добиться оглушительной тишины. Не получилось оглушительной тишины, но замолчали очень многие. И это понятно и логично. Фактически 4 марта в нашей стране были ликвидированы все те свободы, которые второй главой Конституции установлены, и при этом ничто не может эти свободы ограничить. У нас есть, конечно, несколько оговорок в законодательстве. Помните эту оговорку в интересах безопасности государства. Вот у нас сейчас в интересах безопасности государства производится ликвидация базовых прав и свобод человека, поскольку это государство таким образом представляет свою безопасность. Безопасность этого государства базируется на ликвидации свобод.